Ну-ка, что это такое? Сейчас. Ольга. А. Сейчас. Ну-ка, посмотрим. Это я, по-моему, проходили. А, почему? Сейчас расскажу. Не смотрю каналы по телевидению, только ищу Железова. Каналы нам врут. Ну, вообще-то это... Если вы про этот, про... Да, я сейчас заранее, время идет. Я сейчас заранее скажу пару слов. Где-то... То, что раз копировку мне прислал брат Юрий, который с вами вступил, так сказать, даже не сказать, что диалог, дискуссия, ну, перепалку. Вот, что было делать. И он, значит, это прислал, а там где-то было. А, вы такой сякой, вы обозвали этих уважаемых дам бобрихами. Кстати, найдите это место, я не помню, может, со мной что-то случилось. Я тут недавно деньги снимал, вот, и карточку вытащил, а деньги так и остались в этом самом. Вот это я. Но я не буду ссылаться на память. Я извиняться не буду, сейчас скажу почему. Вот я зацепился за эти слова, что каналы нам врут. Итак, она бобер, так, вот. А там эти две дамы и человек, который играет роль новичка, до такого простачка, что хочется еще одно слово назвать, только не имею морального права. Он играет роль этого, ну, такого. И, а они радиоопытные. Вы понимаете, я перед вами извинился за то, что я, наверное, плохо провожу, ну, по-другому не умею, за то, что у меня плохие примеры, которые вас не убедили, а то, что... Где-то промелькнуло, что-то вы смотрели все-таки. Вот. И вы не перешли на мою сторону, как многие другие. Вот. Или уже профессор Матвеев вам это, с Красноярска, вам уже не специалист. Вот. И вот получается как. Я сейчас объясню, как бы оправдаюсь перед вами. Конечно, вот так со стороны, ах ты этот самый наглец, таких уважаемых. Они обе кандидаты наук. Они проводят такую работу. Я смотрю на эту работу, я терпел, потом создал пару фильмов под названием «Остановите этих фей». И в первом, кому выслал, на этот же первый канал, федеральный канал, номер один, это же бобры, это же его это самое, самое филиал, вот, там, где они царствуют. Остановите их, они же это учат миллионы людей убивать деревья, в прямом смысле. А они продолжают. А нет, какой-то вроде затишил. Ну, все, думаю, хотя бы подействовал. Хоть, ну, пусть они там эти кулинарии, да, у них получается. Пусть там огурцы садят их. Это самое. Что-нибудь не так, не вырастут у них огурцы. На рынке купят. Но сад – это на всю жизнь. Тут нельзя это. И вот поверьте, это, Оля и Наташа, вы сейчас скажете. Да вы не скажете, но хотя бы про себя. Когда я увидел... Фильм, не фильм, а как он называется? Ну, на этом самом ролике. Ну, тут показывают по телевидению. Телеканал «Бобер». Вот он, как крючишься, у меня сразу за сердце хватает. Дерево не меньше 70 лет возрастом. Огромное такое, до неба. Под ним большой капитальный муравейник. Да? Это дерево дикорос. Пахали на пару, то есть все эти годы. Значит, муравьи, они за день съедают сотни. За свою жизнь съедает, почитайте это самое, если мне не верите, сотни тысяч, миллионы насекомых. Все это превращается в органику. Все это попадает грибам, грибы кормят, делают мицелий. И получается цепочка. Когда я увидел, меня трясло весь вечер. Вот я не могу, я же заметьте, я же не с вами спорю, я с этими спорю. Или они действительно с ума сошли, или это нарочно кто-то, но у них еще сценарист есть. И режиссер есть. А им все равно, и вот все равно они ядами сыпят, поливают и сыпят. И еще спорят, нет, давай теперь вот этот, что-то муравейник жил.
не имея понятия, что это особая цивилизация, которая нам по уму не уступает. Это то же самое, что индейцев Дальнего Востока, этого Дикого Запада уничтожить. Понимаете? То же самое, что уничтожить только потому, что они уступают нам по силе. Вот. Как уничтожили инков эти самые конкистадоры, потому что у них были ружья. Вы понимаете, они сошли с ума. Они, ладно, вот допустим, вред. Ну, поплакали бы, дома поплакали, что мы этих самых муравьев уничтожили. Жалко, они живые, у них дети. Вот, ну надо, ведь мы спасали вот этот 70-летний. Это муравьи спасали. Они сошли с ума. Вот. То есть, нет, не так. У них не было ума. Вот тут-то ненавижу. Понимаете? Мне экстремистом считают, многие боятся. Ненавижу. Что? И это второй случай. Первый случай, я на муравейник уничтожала, когда их хлопали сотни людей прямо в этом. Приносят такой поднос. Муравейник живой. Уксусом поливала. Далее. Сказать, ну, один ошиблись, бывает. Ну, попался режиссер, сценарист, дурак. А их дело это, их же уволят, если они откажутся муравейник уничтожать. А кто заставлял раскапывать взрослое дерево, оголять корни и говорить о июле месяце на всю страну? А теперь до самой зимы, лето, середина лета, а теперь 3 месяца они будут закаляться. А потом засыпать. А через 3 месяца на большей части России, я подсчитал, снег уже лежит на раскопанных. Вот зачем? А если у человека 10, 20, 30 деревьев, да? 40, это нормально. Вы представляете, на каждом оголять корни. На все лето. Оголять, выкапывать. Вот они, вот эти корни. И это все на глазах людей. Я не говорю, большинство уже бросается на эти дачи, только потому, что им столько это каторжной работы придумали. А вы думаете, все? А потом они другой ролик опять. Вроде бы уже не молодая, уже и саму уже надо это самое. Надо держаться за грабли. Нет, берет граблями, сгребает листву. Она не знает, что она лишила дерева. И червей еды вообще лишило. У них, понимаете, эти самые, как вас сейчас помню, Платонова и Ганечкина. Понимаете, у деревьев, это вы, может, не знаете, потому что это взяли грабли. У деревьев нет другой еды, кроме прошлогодней листвы. Ну, давайте вспоминайте. Листва – это их еда. И вот вы ее выгребли. Что вы думаете после этого? Что вы сделали? А? Вы сказали, теперь мы будем кислород подавать. Это все фотографии, все. Это дико. Просто мне стыдно еще раз по-новому. 220 вебинаров. Я просто хочу сказать, что как реагируют нормальные люди на вот это вот. Разве можно это? А теперь берем вилы и будем втыкать. Кислород подавать. Взяла вилу, наступила, раз, два, три, и сказала, все. И ушла деньги получать. А человеку попробуйте высотку 2-3, отгрести еще ладно, сил хватит. То есть это самое. А потом, вы поверите, это все серьезно. Вот, я уверен, что вы этого не слышали, не смотрите эту дурь. Но дело в том, что надо за людей заступиться как-то. Придет время, может быть, Ольга, может, Наталья станут этими самыми руководителями канала, потому что канал-то садоводческий. А потом она нагребает снег, закрывает этим самым, в одном случае, ой, это рассказывать, это дурь, вот, опилками засыпает, чтобы сгнило корневые шейки, в другом случае снег нагребает, закрывает тканью, чтобы гнили корневые шейки. Вот, ненавижу, понимаете, это все на наших глазах. А молчит страна, молчат все вы. Вот, я же обещал, что это, а то получится, я сейчас на вас нападу. Все, проехали. Еще таких там много. Ой, сколько там дури. И вот она, вот эта Ольга, это самая. А это не ваша, это не вы, наверное. Это другая Ольга. Не, вряд ли вы бы это написали. Ищу только Железова. Им бы заработать на простых людях.
а я смотрю на канал и очень верю в реакцию. Такие немыслимые урожаи абрикос. Сколько информации дает нам бесплатно? Ага, сейчас. Я вас так раскручиваю, что вы тут же бежите высылать мне эти. Вон они, где они. Вот. Бесплатно. Это что, на деньги? Вот. Учит нас, как детей воспитывать. Да, это слаб я в этом деле. Давайте им натуральные витамины. Подумайте, люди, 40 раз опередители опрыскивают яблоко. Вот. Эту данную мне привезла Александра с командировки из Мичуринска. Переняли технологию, вот ту самую. А эта технология подразумевает бесконечная обрезка. Значит, вредители тут же прибегают. И как там 40 Виталий, так и мы переняли. И получается, мы тоже 40 раз. Вы знаете, вот эти вот 40 раз, почему никто не понимает, что это такое? Когда ждать какое-то чудо нельзя еще потому, вот когда попадает яд в почву, он попадает на листья, это понятно. Он может быть даже несколько этих самых гусеницей уничтожит, может. Но при этом под землей, представляете, все это 40 раз, это вся почва пропитана ядом. Умирает, я уж само собой, защитники сада, муравьи, умирают червяки, черви, умирает вся вот эта живность, качество почвы, запомните раз навсегда, это не мой постулат, а это отдельный разговор, качество почвы зависит от количества бактерий. Перекопано, это уже несколько раз меньше, это уже это. Вот. А если еще я, вот. И вот что получается. Потом мы собираем этим детям на лекарство. Он только родился, откуда у него все это? Мама ела витамины. Вот. Вот это я вставил только потому, они однажды имели наглость мою фотографию вставить, обозвать Самойловым, вставить мою фотографию, лицо узнаваемое, вот, чтобы у них купили. Вот. А продают вот это вот. Представляете, какой муляж? Ну, продают не за 14 тысяч. Это было нормально, если бы это было правдой. А за 147 рублей, это сколько бутылок пива? Полторы, да? Да, где-то полторы бутылки. Ну, может, две. Вот. А чего же вы не покупаете? Это так, слово. И вот, наконец, все-таки я это самое, Алексей Юрьевич, я, пожалуйста, еще раз ваше письмо покажу. Почему? Мне не хочется быть в одиночестве. И вот наверняка наши гости, а я надеюсь, они станут тут всегда с нами, и общаться будут, переписка будет, буду от них получать фотографии, какие-то вопросы. Вот. Не обязательно соглашаться, нет. Наоборот, каждый раз кто-то против, дает мне повод. Сегодня общался с Ваулиным. Сейчас у нас морозно, до минус 38. Тревожный засад. Александр Юрьевич сказал, что не переживает только за вашего брюка. А знаете, какая цепочка? Вот, значит, у меня все друзья... Вот. Или таланты, или гений. Вот он не мытом. Вот он пишет. А знаете, когда я к нему проникся? Я, говорит, спецназовец. А я знаю, что спецназовец, это который, извините, Алексей Юрьевич, это не я придумал, который кирпичи на голове разбивает. Когда я посмотрел на ваш абрикосовый сад на Урале, думаю, ёлки-палки. А вот книга. Вот, понимаете, девчонки, вот такие у нас эти. Компания подбирается. Итак, свойство нашего друга Алексея Юрьевича такое. Он общается с людьми, которые я потерял связь. Смотрите, у нас морозно. Александр Юрьевич сказал, что не переживает только за ваши абрикосы. Плоды у них по-прежнему вкусные, а прошли уже лет 10-15, да? Да, где-то так. Генеративные почки выдержали минус 38. Ну, то есть плодовые. Вот. То, сейчас набру. Плодоношение в среднем в районе с минус 40. О, в районе 40 килограмм. Да, для этого молодого сада это круто. Цветки, внимание, выдержали возвратные заморозки 7. А Ваулин написал мне 9. Сеянцы ни разу не поливались. Внимание. Видите, как хорошо, когда наука теперь и это, как и любительское заводство. Как говорили эти самые братья навек. Сеянцы ни разу не поливались, не обрадовались от болезней.
и вредители только пропалывались. Мне вот слово пропалываться, может быть, это вы так уж автоматом пропалывались, может быть, прокашивались. Мне бы хотелось, чтобы еще и не пропалывались. Вот. Хотелось бы, но хозяин барин, это наука. Защитных полос нет, местность открытая. Сказал, что абрикосом помогает выживать мощная корневая система. Центральный корень качает с большой глубины, своеобразный антифриз. Вот, своеобразный антифриз – это мое выражение. Для выживания в морозный период. Выразил надежду, что это поможет пережить и нынешнюю зиму. Передает вам большой привет и благодарность за ваш труд. Вот это я понимаю, вот это ученые. А вы знаете, нам ни разу не пришлось с ним поспорить. Если я говорю, вот это бы надо уточнить, вот, ну пропалывают, ну пусть. Я считаю, что это неправильно. Но это не повод ссориться. Пусть пропалывает. Вот, может, это самое, похудеть надо. Ой, все, не буду, это еще чуть лишнее ляпну. Я с большой радостью доношу все это до вас. Понравилось вам что-то из моей книжки. Но я уже 4 раза читал отсюда эти самые, которые мне понравились страницы. Благодарю за книгу. Тем более, что она подписана для меня. Елена Александровна Савинич. Попалась голубушка. Сидит на садовой игле. Все. Все. Ее сад должен быть продолжением моего. Я вам покажу, чем он будет отличаться. Ну, в лучшую сторону. Вот это вот, знаете, еще не те 5 вопросов. Ну, помните это, железо, это, все это призывает не резать, сам режет. Вот. Есть несколько вынужденных способов обрезки. Сейчас я даже не буду на этом зацикливаться. Коротко, именно про... Каждый год теряю по черешне, да? Вот. Почему? Друзья, вы виноваты. Вот умру и застрелюсь, если не пришлось черенок. Все хотят черенки Боднера. Вот я и до этого дорезался. Посмотрите. Да, если было бы на кольцо, уже бы было мертвое. Так оно еще терпит. А смотрите, после каждого искалеченного этого, это просто учеба. Вы видите, вот здесь вот пошли грибы. Я от грибов ничем не опрыскаю. Почему? Гриб – это часть экосистемы. Это не вредитель, это часть. Он берет свое. Вот здесь прекратилось сокодвижение. Вот здесь. Вот. Обратите, я не я это рисовал, как рисунки рисуют. Вот, видите? Опрыскивай, не опрыскивай. Если даже съежатся эти грибы, они же все-таки живые, яда боятся. Но от этого дерева умирать не перестанет. Почему? Гриб сел только там, где омертвилась кора и то, что под корой. Вот яркий пример. Яркий пример, что, ну что, в этом году, ну-ка, вспоминайте. Хоть один сейчас напишет там, где вопрос-ответ, что я выслал, хоть один черенок, черешня. Обижались на меня. А я теряю каждый год по одному. Теперь у меня работы делать мне нечего, и вы мне помогли изувечить это дерево. Оно выбросило корневые отводки. Я их привью на них опять черешню, видите? Опять черешню. Они уже легче прижаться. Почему? На них уже плоды в 2 раза крупнее. Они остались вишневыми. Но плоды в 2 раза крупнее, чем вот здесь она, вот в этом месте, она в самой земле она была привита. Это мой принцип. Была бы она привита вот здесь, вы понимаете, споры идут. А советы такие, привайте на 50 сантиметров. Некоторые 80, таких большинство. Некоторые метры, или она дорастает до метра. Не дорастает. Вот если бы я здесь привил, оно было бы мертво. Еще раз говорю, доказать каждый свой шаг я не могу. Почему? Потому что 30 тысяч выращенных сеянцев, 30 тысяч на них привито культурных, на разной высоте, ну и наша песня хороша. И вот поняли теперь, вот, к чему это приводит. И жесткие правила я установил. Любой выход за них... А их немножко, вот, для привив. Вот, все. Но только сейчас не та тема. Я просто на этом примере привел. Обрезка, обрезки рознь. Калечу.